этом году мы попробовали разделить конкурсные процедуры по уборке города и разделили город на две части. Заречная часть города и вся остальная. И торговали двумя контрактами, значит, с той целью, чтобы, значит, на маленький объем могла зайти любая другая организация. Но желающих участвовать в конкурсе, к сожалению, к моему удивлению, почему-то не было. Значит, у нас в этом году контракты также заключены с компанией «Магистраль» пока до марта месяца. Опыт накоплен уже, считаю, достаточно. Осталось весь этот опыт и все замечания, которые были, значит, замечания устранить, а опыт применить на практике. Запасы противогололедных материалов – это 15 тысяч тонн песко-соляной смеси и 2,5 тысячи тонн чистой соли. Техника будет выходить – это 22 комбинированных дорожных машин для уборки улиц, порядка 30 единиц различных тракторов, снегопогрузчики, роторы, самосвалы, естественно, для вывоза снега. То есть все как бы готово к зиме. То есть город… У нас по уборке улиц как бы разделен на три части, его обрабатывают три звена, в каждом звене по 6 комбинированных дорожных машин, то есть 5, которые это убирают снег, и за ними идет одна машина, обрабатывает противогололедные материалы.